Привет всем, я Даша Дудко, форвард «Надежда 2». Я занимаюсь баскетболом 15 лет, и вряд ли есть слова, которые я не знаю. Всем привет, я Диана Борина, я защитник «Надежды 2», и вряд ли есть такие термины в баскетболе, которые я не знаю. Специальный периметр для игроков выделен, и они защищаются в каждом своем прямоугольники, квадратики. На английском надо сказать, когда каждый игрок отвечает за свою конкретную часть площадки. Прыжок и шот. Сверху, может, какой-то там необычный бросок. Но бросок в прыжке. Бросок снизу. Лей-ап. У меня. Вы вырежьте это, пожалуйста. Ну, бросок из-под кольца. Ну, с двух шагов. Базер-битер. Блин, я знаю, но... Я знаю только в песне там. Базер-битер. И всё, это всё, что я знаю. Давай дальше, пожалуйста. Игрок, который забивает на последних секундах. Бэкдор — это обманное движение. Типа хоп-хоп. И там. Правильно? Ну, когда нападающий обманывает защитника и делает рывок под кольцо на банном движении. Забегает за спину. Мисс Матч, это я. Ой, я не знаю, ну это, наверное... А есть такое вообще? Ну, это, наверное, у дамочки. По всем критериям все там. Подборы, блокшоты, везде все. Больше 10 нет. Мисс Матч. А такой есть вообще термин? Блин, слэшер, вообще не знаю, что это. Не слышу. Ты, блин, типа подпирал это. В Википедии такого не было. Я смотрела вчера. Можно подсказку? Ну, блин, я не знаю. Да вообще предложений даже нет. Типа вот так набрасываешь? Ну, бросок с таким парашютиком. We'll be right back.